Москва, Кремль, 26 марта. 10-я юбилейная церемония вручения премии «Шансон года». Грандиозный концерт с участием лучших исполнителей на главной сцене страны. Любимые песни, за которые голосовала вся страна. Легенды шансона и молодые артисты. Живой звук и потрясающие декорации. Ждем вас в Государственном Кремлевском дворце. Билеты без наценки по телефону 644-2222 и на сайте концерт.ру. Информационные партнеры – телеканал «Шансон ТВ» и газета «Московский комсомолец». Здравствуйте, дамы и господа! В эфире программа «Короткий разговор». С вами Виталий Волин и «Правда шансона». Наконец-то шансон-клуб обрел свое постоянное пристанище. И место нынешней прописки радует всем. И интерьером, и прекрасной кухней, и великолепным обслуживанием. Москва, проспект 60-летия Октября, дом 9, строение 2. Ресторан «Багет», телефон 223-7700. Запоминайте или запишите. 22 февраля праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества. Выступление яркого дуэта Евгений Кемеровский и Евгений Росс. И 8 марта поздравления от певицы из Санкт-Петербурга, но греческого происхождения, Афины. Теперь подробнее. Почему стоит сходить на эти концерты? Причин несколько. Во-первых, редкий дуэт двух Евгениев. Оба из суровых сибирско-алтайских краев, что уже говорит о высокой мужественности парней. Практически дебютное исполнение кемеровским песен Росса, что говорит о раскрытии новых творческих граней артистов. Исполнение в тандеме Мишек Заплутавших, которая не так давно на Разгуляе в концертном зале «Олимпийский» заставила аплодировать 15 тысяч человек. Если повезет, можно увидеть Евгения Кемеровского в галстуке, что уже является нонсенсом. Да и просто, защитники Отечества, сделайте себе подарок. Послушайте любимые песни в оригинальном исполнении. Да и редкую возможность лицезреть любимого артиста на расстоянии вытянутой руки упускать глупо. Итак, 22 февраля праздничный концерт Евгения Кемеровского и Евгения Росса в шансон-клубе. Так повелось в России, что главные мужские и женские даты стоят рядом. Поэтому 8 марта выступление гречанки из Северной Пальмиры неподражаемой Афины. Почему неподражаемый? В шансоне немало талантливых дам, но темперамент этой дивы способен зажечь самого циничного и замерзшего от скуки зрителя. Видимо, жаркое греческое солнце отразилось на таланте певицы. Недаром она проделает путешествие из Петербурга в Москву. Требовательные москвички не будут разочарованы. Да и о каком разочаровании может идти речь, когда, как не в шансон-клубе, знают, что такое праздник, хорошее настроение, тонкое вино, правильные крепкие напитки и отличный закусон. Да, главное отличие шансон-клуба от других увеселительных заведений первопрестольных – только здесь и уже надолго новое предложение. Проведите день своего рождения в шансон-клубе. В качестве подарка вам предоставляется возможность исполнить песню из репертуара артиста совместно с артистом, на концерте которого вы присутствуете. Заказ песни через оператора колл-центра 223-77-00. Так и хочется сказать от лица шансон-клуба. Заходите к нам на огонек, пойте с нами, веселитесь с нами. 22 февраля Евгений Кемеровский и Евгений Росс. 8 марта неподражаемая Афина. А ведущие концертов диджеи радио «Шансон». И просто красавица Аня Каверина. Приходите, убедитесь. Москва,
проспект 60-летия Октября, дом 9, строение 2. Ресторан «Багет», телефон 223-77-00. Вы смотрели программу «Короткий разговор». С вами были Виталий Волин и «Правда шансона». Удачи! Москва, Кремль, 26 марта. 10-я юбилейная церемония вручения премии «Шансон года». Грандиозный концерт с участием лучших исполнителей на главной сцене страны. Любимые песни, за которые голосовала вся страна. Легенды шансона и молодые артисты. Живой звук и потрясающие декорации. Ждем вас в Государственном Кремлевском дворце. Билеты без наценки по телефону 644-22-22 и на сайте концерт.ру. Информационные партнеры – телеканал «Шансон ТВ» и газета «Московский комсомолец».